О боже, вы посмотрите! Это же женщина с бородой! Кончита Вурст, ты ли это? Короче, кто смотрел Евровидение, тот в курсе. Или это мужик-блондинка? Господи, каких здесь людей только не встретишь. Правильный ответ прошлого задания. Доставка продуктов через трубу вашего дома. Как делает Санта-Клаус. Первое место. Второе место. Третье место. Да, ребята, меня попросил мой товарищ заменить его в продуктовом магазине, так что сегодня я буду работать на кассе. Сколько же здесь людей, а я один? Где все кассиры? Что за подстава? Здорово, бородач! Вы посмотрите, у него какая кепка хэллоуинская крутая. И у него написано «I love chicken». Короче, этот тип любит жареную курицу. Вы только посмотрите, сам Супермен зашел к нам в магазин. Нужно его по-быстрому обслужить, как он, в принципе, и летает. По-быстрому вот так вот ему кучу пакетиков. Давай, выкидывай. Да что ты за Супермен такой, который так медленно разгружается? Ты же со сверхзвуковой скоростью летаешь. Все. Вондерфул. Конечно, я вондерфул. Я вондеркинд вообще-то. Адидас. Блин. Сколько я уже работаю, ни одного кассира. Это просто какой-то беспредел. Придется работать как настоящий. Опачки. Это что, типа директор приехал в магазин? А не, это вот наконец-то появился кассир. Ура, я теперь не один. Но все равно мне придется поработать на двух кассах. И это делается вот так. Так, сюда пакетики. Сюда пакетики. Выкладывайте, пожалуйста, я сейчас приду. Так, у вас. Выкладывайте, я сейчас приду. Пока здесь все... Эй, чувак, ты забыл заплатить! Могу меня штрафанут, стоять! Капец, да выпендривался. Ну вот, и опять остался один кассир. Придется демонстрировать этому магазину свои навыки 80 уровня кассира. Это выглядит примерно вот так. Опачки! Там уже пакеты есть. Закидываем все туда. Теперь вот это сюда, туда. Вот так. Главное, чтобы опять покупатель не свалил. Это сюда заправляем. Все, до свидания. Это тоже до свидания. Следующий. Пакетики сюда. Бананы туда. Жонглируем. Вот так вот. Все, быстренько. Это на скоростуху все дело. Я же кассир 80 уровня. Все, пока. Пока. Уважаемые покупатели... О, Микри, а ну дай сюда! Сейчас пою! Поехали! Что это такое? Не видно на выключке микрофон! Это караоке! Я на кассе там и тут заправляю всем вокруг. Там пакетик, здесь бананы, все пробью и кэш возьму. Я на кассе, да, мама, я на кассе, все деньги крутятся у меня. Я король, да! Ну, отошел! За что? Фух, ну я и уработался. Меня, конечно, поперли. Но зато я забрал свои денежки. И получил 1350 долларов. Это с учетом караоке, мне за караоке еще не доплатили. Неблагодарные жиды. Нужно немножечко расслабиться, во что бы поиграть. Phantom Force. Блин, похоже, на сервере никого нету. Вот дела, а. Ладно, надо во что-нибудь другое поиграть. Ну-ка, оу! Это похоже на Майнкрафт, все такое пиксельное. Куда летим? Не знаю, главное не рухнуть. Ладно, почитаю новости. Ух ты ж, нифига себе. Читая новости, я становлюсь интеллигентом. Офигеть. Вот это новость для меня. Что тут написано? У кого-то бомбанул пукан. Вот это новость. Короче, какая-то ерундовина неинтересная. Это скучно. Эх, коробка моя, квартирушка. Не хватает здесь света природного. Пора бы мне вставить окна. Посмотрим какие-нибудь дешевенькие окна. Так, лезем в онлайн-магазинчик. Итак, что же мы имеем? Вот такое вот узкое не хочу. Хочу нормальное окно. Вот такое вот я, например, хочу.
О, вот это другое дело. Ставим сюда. Одно вот сюда. Прям какой-то аквариум получился, ё-моё. В душе тоже нужно поставить над туалетом, а то тут попержу, потом запах, аж глаза щипит, так что нужно на проветривание что-нибудь какое-нибудь. Не, это на люк, иллюминатор какой-то, не-не-не. Надо что-нибудь другое. А если что-нибудь узенькое? Ой, нет, не-не-не. Не, это окно точно не подойдет. Если кто-нибудь сзади моего дома обойдет и посмотрит, что я тут делаю, то увидят, как я сижу на туалете. Нет, не вариант тоже. Ладно, придется ставить вот такое вот квадратное. Более-менее нормально выглядит. А также в ванну мне еще нужно зеркало. Как же без зеркала-то? Вот такое вот зеркало я поставлю вот сюда. Блин, надеюсь, это с мой рост. Вот так вот это, наверное, с мой рост. Или я карлик низкий. Надо вот так вот поставить. Не, лучше все-таки повыше чуть-чуть. Вот так вот. Вроде должно быть нормас. Ну, а также, чтобы мой дом был не таким аквариумом, чтобы не все смотрели через окна в мою квартиру, что у меня здесь есть, нужно повесить шторы. Шторки, шторки, шторки. Можно, конечно, жалюзи, а можно и простые шторы. Ой, это вообще ужас. Тихий, тихий ужас. Можно даже вот такие вот шторы. Стремота. Или вот такие вот створки. О, ужас, как у бабушки. Ладно, куплю себе какие-нибудь навороченные жалюзи. О, что это такое? Это типа сетка какая-то, что ли, встала? Непонятно. Словно старинные рваные трусы на окно натянули. На это окно я лучше нормальные жалюзи поставлю. Сюда я поставлю вот эту вот. Вот такую вот тряпочную. Для туалет пойдет в самый раз. Я давненько думал о пультике для телевизора, чтобы постоянно не скакать со своего пофига до телевизора, чтобы переключить каналы. Так что теперь у меня будет пульт. А также мне нужен будильник. Вот такой вот будильник. Будильник на пульт можно поставить, да? Блин, куда же будильник-то? Будильник, куда тебя поставить? Можно, конечно, поставить вот сюда, но постоянно с утра бегать за ним. Не-не-не-не-не, нифига, придется купить еще один маленький стол. Да что это здесь? Какие расходы? Берем еще одну вот такую небольшую столик, похожий на табурет. И с этой стороны я поставлю себе часики, часики. Разверну их вот так вот к себе, чуть-чуть полубоком. О! 5.48. Уже 5.48, нифига себе, как-то я долго засел в интернет-магазине. И еще давненько хотел сменить вот этот вот столик. Эй, подождите, я хочу только столик. Телевизор, телевизор, телевизор пока вот сюда поставлю. А столик я хочу этот продать. Вот так. И купить нормальный столик для телевизора. Ты был ТВшник. О, там даже сидю. Сиди, сиди есть. Не сидю, а сиди. Так, надо это дело развернуть чуть-чуть вот так вот, к кровати. Хотя... Вот так. Ну вот, теперь можно ТВ поставить. Огонь! Другое дело. Ну и куплю для себя футбольный мячик. Попинаю дома. Правда, его нужно куда-нибудь в угол, в какой-нибудь. Вот сюда. Вот сюда. Где гитарка? Пускай будет. Все, я потратил все свои деньги. У меня осталось 49 баксов. Это капец. Это только за квартиру заплатить налоги. За коммуналку, так сказать. Школа ремонта сделала мне ремонт в моей квартире, и сейчас мы... Да не-не-не, конечно, я шучу. Я сам себе сделал ремонт своими кровопупами и руками. Заходим в квартирку. Та-дам! Боже, нет! Выключись, выключись! Блин, не туда нажал. Закрыть двери. Текс. Вот эта трепешная штука вообще никак не спасает. Да, через нее все просматривается. Не-не-не-не-не, надо ее убрать. А жалюзи... Оу, как моя дверь въезжает в мою телевизорную тумбочку. Опасное дело, я так себе могу и телек расшибить. Так, а жалюзи, жалюзи, жалюзи. Клоус. Во! Вот это огонь. Как в магазине закрывается? А в туалете? Кстати, вроде бы зеркало прям вот, ну вот, чуть-чуть пониже можно было бы. Так, ну-ка вот, если я буду чистить зубы... Ну, в принципе, как бы, я вижу только свои глаза. Ладно, пойдет. И здесь тоже нужно будет заменить эту тряпичную штуку на жалюзи. Да, по-любому сюда нужны жалюзи. Ну вот, другое дело. Надо в туалете тоже закрыть. Опачки. Отлично. Ну, прям вновь какой-то бункер. Не, ну с утра-то, конечно, можно открывать. Но вот в туалете я бы не стал это делать. Все круто, все огонь.
Прям мечта, а не домик. Коробочка моей мечты. Так, я же себе купил здесь пульт. Нужно его опробовать. Сажусь на пуфик. Тыкаю на пульт. Ну, переключай канал. Офигеть, как же это роскошно. Жизнь удалась. Все дистанционно. Не нужно даже вставать и переключать. Чё там насчет будильника? Выставить время. Ну, я обычно встаю в 6 утра. Ну, для начала тебя нужно затестить. Вдруг ты не пищишь, бракованный какой-нибудь. 11:45, давай, прозвенишь мне. Воу! Как громко! Выключись! Стоп! Все. Нифига себе, вроде работает. Это точно меня разбудит с утра. Значит, в 6:00 ты должен меня будить. Все. Капец, ты громкий. И еще мячик я футбольный же купил себе. Я могу его пнуть. Я по квартире могу пинать мячик. Крутяк. Да, главное себе не расшибить телевизор или еще что-нибудь. Блин, надо на улицу идти. Хочу... Эй! Где мячик? А, вон он. Он застрял. Капец, непродуманно. Воу. Все, подожди, стой. Пошли на улицу. Попинаем тебя на улице. Не-не-не. На улицу пошли. Да что ж ты будешь с тобой делать-то? Стопэ, в холодос не надо. Это мой пуфик. А ну вылезь из пуфика. Так, пошли на улицу. На улицу, говорю. Давай на улицу. Стопэ. Да шо? Либо я не умею пинать мячик, либо мои ноги очень кривые. Короче, надо его продать. Он меня бесит. Все. Да блин, я не хотел тебя включать. Да, нужно еще свет выключить, а то что это я электричество не экономлю. Давненько я на гитарке не играл, надо что-нибудь брянкнуть. Ну-ка, Mad World.